Окунуться в советское прошлое 6 марта можно будет в Театре наций. Там грядет необычайное веселье. Концерт «Фарс-мажор» в исполнении молодых актеров театра и кино. Известная всей Москве команда «Кудряшей», студентов РАТИ курса Олега Кудряшова, соберется вместе исполнить шлягеры советской эстрады. Бесконечно добрые и светлые песни Магомаева, Отца, Утесова споют Юлия Пересильд, Павел Акимкин, Елена Николаева, Артем Тульчинский и другие не менее бодрые артисты. Слушаем. Если мы все отпели, да, забираем микрофон. Да? Забираю. Хотя может его оставить, на самом деле. Оставь. Поющий и танцующий курс Олега Кудряшова давно планировал сыграть концерт для артистов с оркестром. Поют они в спектаклях «Шведская спичка», «Женихи», а вот теперь решили собрать песни о дружбе, любви и счастье и посвятить им весь вечер. Очень давно хотела исполнить песню, именно как ее исполняла там Марина Влади, на музыку Слава Высоцкого «Так дымно». Я очень давно про эту песню думала. Например, там вот эту песню, когда «Простым нежным взором», я помню, как пел все время мой дедушка. Этот театральный вечер обещает погрузить зрителей в атмосферу безмятежности. Декорации в стиле ретро должны этому способствовать. В программе почти 30 номеров – песни и поэзия. У нас получилась линия музыкальная и линия стихотворная. Вот, наши сокурсники Рома Шаляпин и Женя Ткачуком занимаются стихотворной линией. Вот. А мы занимаемся музыкой, ну, собственно, всеми переходами, всеми штуками. Все стихи Ромины. Ну, просто мы думали сначала взять какую-то современную поэзию, потом еще что-то. А потом подумали, зачем, если у нас есть сокурсник-поэт. А вместе с актерами на сцене команда музыкантов, которые понимают артистов с полуслова. А здесь как бы ба-ба-ба-ту. Можешь? И это не мы не со всеми музыкантами ужились. Не со всеми. Но это остались те, которые вот, ну, как бы, они тоже в какой-то степени драматические музыканты. И они начинают лобать из небытия, как мы это называем. И они начинают, как бы, мои эмоциональные какие-то, ну, ощущения переводить в музыку. Сергей Шамов «Ударные». Кстати, вот он напомнил мне, что он кандидат по искусствоведению, а не просто ударный. Итак, за хорошим настроением и позитивными эмоциями отправляйтесь в Театр наций. Концерт «Фарс-мажор» сыграют 6 и 30 марта. Цена билетов от 200 до 1500 рублей.